10 минут. Сейчас это, положи креветку сюда вот. Держи крепко его пока. Дима, ослабь чуть-чуть. Держи. Да, все отлично. Так, Дима, наставь чуть-чуть. Да, хорошо. Не переживайте. Так, вот панельку уберите, пожалуйста, чтобы не раздавил. Где там малыш? Все нормально. Дома, Жень. Господи, как же у меня так. Все хорошо. Все нормально. Сейчас. Тебе веревку дать? Взял. Соседей, да? Отпусти. Да, все, без проблем. Это чуть-чуть, он не полностью, он чуть-чуть. Да все нормально, все хорошо. Не переживайте, это постоянно. Жень, веревки свободные. Жень, веревки забирай. Так. А как вам нужно, да все? Смотрите, ну чуть-чуть, видите, вот как он его закрыл. Придется вот здесь вот он отогнуть. Ой. Ничего, видите? Ничего. Чего, Жень? Чего? А? Не, пока все хорошо. Вы отойдите, пожалуйста. Ну, закрыто полностью, он чуть-чуть, все. Все, заходите.